Здравствуйте, ребята! Я зайчик Ушастик. Люблю играть и отгадывать загадки. Посмотрите вокруг, уже наступила зима, все кругом белым-бело. А ребята с нетерпением ждут самого долгожданного зимнего праздника. Угадайте, какого? Вьюга по двору гуляет, в доме елочка сверкает. Дети водят хоровод, что за праздник? Новый год, правильно! Но мы, зверята, тоже хотим, чтобы у нас в лесу был праздник. Дедушка Мороз очень добрый, он подарил нам большой подарок, но мы никак не можем его открыть. Дед Мороз сказал, что если мы отгадаем его загадки, то у нас в лесу будет праздник. Ребята, вы поможете нам их отгадать? Послушайте первую загадку. Растут на ней иголки, толстые и колкие, и шишки смоленистые, липкие, душистые. Она под Новый год в гости к нам придет, стройная, пушистая, с огнями золотистыми. Что это такое? Это... Ёлка, правильно! Какая красивая ёлочка! Но у нас в лесу много таких. Что же поможет сделать её по-настоящему новогодней? Для этого надо отгадать следующие загадки Дедушки Мороза. Целый год лежал на полке, а теперь висит на ёлке. Это не фонарик, а стеклянный шарик. Молодцы! Есть у ёлочки макушка, там красавица-игрушка, наверху она всегда пятикрылая звезда. Умнички! Змейка разноцветная вокруг ёлки вьётся, яркая, приметная, светит ярче солнца. Что это такое? Это... гирлянда. Отлично! Какая замечательная елочка у нас получилась! Чтобы организовать новогодний праздник, Дедушка Мороз прислал нам своего помощника. Кто же это такой? Мы слепили снежный ком, шляпу сделали на нем, нос приделали, и вмиг получился... Снеговик, правильно! Здравствуй, Снеговик! Как мы рады тебя видеть! Снеговик говорит, что вместе с ним к нам приехали еще гости. Кто же это? Она внучка Мороза и Вьюги. Является к нам каждый год. С нею снежинки-подруги весело ведут хоровод. Кто это? Это... Снегурочка, правильно! Кто приходит в гости к нам зимнюю порою? В шубе, теплых сапогах, с белой бородою. Он подарки нам принес. Добрый? Дедушка Мороз! Молодцы! Сам Дедушка Мороз со своей внучкой Снегурочкой к нам пожаловали. Они хотят с вами поиграть. А вы хотите? Тогда посмотрите на картинки и найдите 5 отличий. Давайте проверим, все ли отличия вы нашли. Итак, первое отличие, второе, третье, четвертое. Пятое. Справились? Молодцы! Следующая игра называется «Четвертый лишний». Вам необходимо посмотреть на картинки и ответить, чего зимой не происходит. Итак, смотрим, что зимой не делают. Зимой не катаются на велосипеде, правильно. Какая птичка лишняя? Это
Утка, она зимой улетает, а воробей, синица и снегирь нет. Молодцы! Какой предмет мы не используем зимой? Это самокат, правильно! Какая вещь зимой не нужна? Это кепка, умнички! А теперь вам надо посмотреть внимательно на всех нас и хорошенько запомнить, как мы выглядим. Я закрою нас на несколько секунд, а потом вы должны определить, что у нас изменилось. Итак, посмотрите внимательно. Давайте проверим, все ли вы увидели. Звезда на макушке елочки стала красной. У Снегурочки появилась в руках синичка. У меня новогодний шарик. У снеговика шапочка стала синей. И внизу появился подарок. Молодцы, ребята! Все нашли правильно! Спасибо вам, что помогли нам отгадать загадки Дедушки Мороза и устроить новогодний праздник для зверят. А теперь пришла пора прощаться. До свидания, ребята! До новых встреч!